друзья, осетр. Осетр. Вот он, 9,99, а башка, осетра, вот, по пятерке. Отлично, отлично. А мы сейчас глянем на другую рыбку, которая не осетр, но очень классная. Вот вы видите, она называется Blue Kobe. Но это как бы такие стейки, а мы-то хотим на самом деле большим шматком взять. Вот этот самое, вот это вот Blue Kobe, знаете, 5,49, вообще смешная цена. Вдвое дешевле осетра. Если ее закоптить, вы себе даже представить не можете, что получится. То есть осетр просто отдыхает. Это дорогая рыба, шикарная. Чилийский сибас. Видите, он уже так филе. $22. Это как бы дорогая. А вот, пожалуйста. Да. Я не знаю, как по-русски вот это назвать. Вот за $7 салмон. Светлана меня зовет. Света. Она меня зовет, чтобы вы посмотрели целиком на эту рыбину. Вон она, посмотрите. Но он закрыл ее лицом сейчас, спиной. Да, вот она. Вот он, красавец. Это Blue Kobe. Посмотрите, какой красавец. Это морская рыба? Это морская рыба, да. Сейчас он ее как жах. Нет. Ага, молоточка. Вот. И сделают нам свет. Сколько ты попросила? Я попросила такую шматку. Вот такой? Да. Понял, понял. Так, расскажи, Свет, про копчение этой рыбки. Подожди, я должна сейчас самодать. Так, окей. Так. Сергей, да, так говорит Света, давай вот так. Вот он ее режет. Хороша, хороша рыбка. А пока он там... Да, да, твердая, твердая. Пока он ее рубит, друзья, вот вы видите, что у нас тут есть. Сегодня пятница, рабочее время, и народ мало. Вообще за даром, слушайте, за трешку, столько всякой рыбы вообще. А, офигеть можно. Вот у нас осетр. Так, а это вот салмон, пол салмона, видите, $6. Это карп. О, как вам карп? За $4. Смешно даже, правда? Вот он разрезал так, чтобы одна была с позвоночником, а другая без. Вот они, красавцы. Да. Вот это все хозяйство, вот это вот, стоит $30. Ну, по 5,50, да, за фунт. Друзья, обратите внимание еще вот на эту рыбу. Greenland Turbot Steak. Значит, вот это вот Greenland Turbot. Это то, что мы в СССР называли палтусом. Есть другая рыба, очень тоже похожая на палтус, называется халибат. Но халибат немножко суховат, он не такой жирный. Халибат переводится как палтус, переводится. На самом деле он не палтус по вкусу совсем, а вот эта рыба по вкусу как... Да, вот эта по вкусу неотличима от палтуса. Совершенно шикарная рыба, мы ее коптили, Свет? Она разваливается, как палтус, она очень жирная, она, да, разваливается, даже при жарке она разваливается. Но у нее такие же, да, мягкие кости, как у палтуса. Но когда ее вот копчененькую, я помню, мы сделали однажды, она прямо в руках разваливалась. Она разваливалась. Да. А вот эта вот рыба, вот мы ее раскрыли, он говорит, да, мы уже торгуем ей 2 недели, вот этим, да, Blue Kobe. Blue Kobe относительно новая рыбка. Да. Как-то ее раньше не было.